Приветствую! Посмотрим, что собой представляет игра Fold, что в переводе на русский означает «вина». Жанр игры, как и у Dota 2, моба. Сама игра от разработчиков Paragon, такая была тоже моба, которую в конце, даже, можно сказать, в начале закрыли, непонятно почему, но да ладно, это отдельная история. Посмотрим, сумеют ли разработчики на этот раз представить что-то, что будет жить. Мы видим уже на экране домой Season Pass, на котором мне недостаточно монет. Могу их купить вот здесь вот за реальные деньги. Надеюсь, что это не повышает шансы на победу, а лишь будет давать какую-то косметику. Ну, может, там какие-то такие по мелочи ништяки, типа сезоны, как в Доте. Хотя в Доте они что-то дают. Ежедневные задачи, ежедневные вызовы. Ну, игра в бете находится, поэтому что-то еще не готово. Сервер выбираю Европу, нажимаю «Начать». Ну, будем ждать. Так, нажал готов, но к матчу меня... Не, все-таки закинуло к матчу. Вроде как. Так, громкость сделал потише. Вот такие вот настройки. Тут геймплея, всякой другой фигни. Настройки графики на максимуме у меня. Эпические. Уже вот здесь во вкладке «Хранить» можем видеть, что различные скины есть, различные персонажи. О, закинуло. Так, ну на экране загрузки уничтожать вражеские башни. И, в общем, добраться до... Слушайте, по-моему, я вот такого чела видел в Парагоне, реально. Типа, Парагон 2.0 перезапуск, и что, мне надо выбрать? Вот этого, что ли? У кого там пулеметчик? Так, это няшка. Подожди, а как посмотреть? А вот это вот что это? Выберите свою роль. А вот это? Какая-то штучка. Хочу стрелка какого-нибудь. Так, кастомайз. Это стрелок или это дальник? Так, опять мы пикаем. Выбран, выбран. Так, а я могу сменить еще, нет? Нет, уже сменить не могу, все. А роль у меня вот здесь вот показывается. Это мои тиммейты. Ага. Но я мог ему роль неправильную указать, потому что я понятия не имею, что это за персонаж, что с ним делать. То есть пикают по очереди все, ну как в Доте. Опять же, это ранний доступ бетка, так что не все работает, как мы видим и слышим. Так, и что это? Это на карте отображение джунгли, соло, мид, кэрри красный и зеленая поддержка. Это роли так отображаются, ага. Так. Что-то у меня в левом ухе только слышно немножко. Блин, только не говорите, что я выбрал роль соло. Неважно. Так, выберите ваши фракции, выберите два аспекта для бонусных эффектов. Русские не завезли, к сожалению. Короче, я выберу вот это вот на голду что-то. А сколько у меня времени? Вот это могу вторую выбрать? Нет. А, да, могу. Ну давайте вот это тогда вторую выберу. Старт. Как он хоть? Нет, он ближник. Ой. Прикольно, меня запулило. Так, значит, я куда пойду? Влево? Так, давайте потренируемся на Q. А, вон крипы пошли. Ну, просто с крипами пойдем, как говорится, не ошибешься. Так, на Q и на E пока ничего не работает. На R тоже. Это обычная атака. На правую кнопку мыши что-то тоже ничего нету. Это даже альфа тут написано в разработке. То есть менюшка-то в бете, а сама игра в альфе. Первый уровень 650 голды, пинг 80. Это вот на тап такая фигулька. О, башенка. Слушайте, ну башенка... Ну, да, что-то новенькое. Со мной какой-то челик идет, хорошо. На В нажал. О, крипцы. Ну-ка. Слушай, а голда мне досталось? 678. 682. Тихо-тихо. Где моя хп? 220. Вот.
Что-то у меня, да, не очень. 706. Я не понимаю. Опыт. Что-то пишется. Так как мне отреагировать? Если я к ним подойду, меня сейчас замочат. А это что, подтверждение? Отмена, что за проблема какая-то? Ты установил, фиг его знает. Я ничего не отчитываю, могу. О! Получил левел второй, да? Зачем он бегает-то сам? Написано, чтобы апгрейд нажать Ctrl, и чё? А, понял, нужно на, вот как раз нажимать на Q или на что-то еще. Ну-ка на Q. Опа. Немножко нападал. An allied tower is under attack. An enemy has been slain. Так, нас прессуют немножечко. Что-то я назад не могу. Так, мана фиолетовая. О, какой-то на Е еще обилку. И что это дает? А, замедло, что ли? Ой-ой-ой. О, на правую кнопку у меня появилась какая-то фигня. ХП уже мало совсем. Enemy has been slain. Отлично, замочили кого-то чувака, это чё? Ну да, у него побольше левел, видимо, за счет того, что он там что-то добивает. Так, а ты... на контр. А это чё? Это, видимо, лес какой-то или что-то типа того. Ну, Кью апнул. An enemy has been slain. А, я мог, наверное, на кнопку мыши? Не знаю. Немножко неудобно, конечно, отменять на эту клавишу. Почему-то у меня назад как-то... Или он такой просто персонаж сам по себе, что он так геморно разгоняется, чтобы назад отступить. Короче, блокирует вражеские снаряды и накладывает замедление на 15% вот этого мое. An allied tower is under attack. Это электрический урон. An enemy has been slain. Так, ну и как у нас дела, как на других лайнах? Типа надо мне, наверное, блочить, чтобы они крипов не фармлили. Чтобы им неудобно было.
Так, а как мне быстро, допустим, куда-нибудь переместиться? Или пока никак? Маны почти нету. А, вот я смог на правую кнопку мыши это вот отбрасывание. В принципе, на правую кнопку мыши это то же самое, что и на Q, только без разгона. Так что не знаю, наверное, на Q выгоднее использовать. Опс. ХП мало. An enemy has been slain. Так, ну мы вроде убили пятерых, а не ноль. Давайте на базу все-таки сбегаю. Прыжок на пробел. На shift разгона нету. Так, spend gold in the store base. А, типа потратить. Хорошо, а где это магазин? Вот эти у нас двое стоят, они что, типа, слились? An allied tower is under attack. Не магаз, а где магаз-то? На миникарте где-то, наверное, надо смотреть. Ну тут что-то непонятно, нет, по миникарте непонятно. Ну и где, и как? Кстати, ХП восстановилось, даже я не заметил, где. Вот на Б я что-то нажал. Не понимаю. А, все понял, почему он у меня автобег. Это потому что на капслок он автобег в игре, а у меня еще и voice chat на капслок. А, я написал, типа, в чат на Enter, как использовать магазин. The use of... Короче, почему-то он не печатает. The use of... Какие-то там символы неправильные. Какие символы там? Ну вот, на B нажал, и чё? А, это телепорт, что ли? Вот настройка авторан. Как его убрать-то нафиг отсюда, блин? Нам один. Так. Хорошо, на Ай, короче, что-то у меня отвлекается. Вот это, что ли, я что-то могу покупать? Или что? Вот у меня голда. Какая-то фигня. Вард. Какой-то детонатор для миньонов. Какие-то эти самые. Так, и вот мне, собственно, написано. А, вот это вот, наверное, фильтр. Рекомендация. Рекомендация, правильно? Мана реген. Так, а это чё? Две 500, а это чё? Врапс. Фиг его знает. Давай куплю. Что-то не могу купить. Чё, мне надо сначала эту купить? Что-то вообще у меня ничего не покупается, блин. А чё эмблема тут вот? Не знаю, короче, чё тут? Ну, An enemy has been slain. Ничего чё-то не получается. Уровень мой, конечно, пока я был на базе, совершенно не вырос. Зато голда немножко подкапала все равно. Вот я не совсем понимаю, почему нельзя сделать нормальную русификацию, нормальное обучение. Нормальное вот это. Ладно, меня убили. Нажмите А, чтобы открыть магазин G, чтобы остановить просмотр. Ну, магазин, и чё? А, вот здесь вот купить, то есть нужно присутствовать, наверное, я не там присутствую, то есть вот здесь... Enemy tower destroyed. И вот здесь уже рекомендуемые предметы. 2200, так. Вот, купить. И вот эту еще можно, окей. И все. Какие-то предметы.
An enemy has been slain. Так и что они дают, если на G устанавливаем? Так, я вижу, там моего начинают убивать, но давайте попробуем установить на G. Установил, но ничего не пойму. An enemy has been slain. А нельзя своего задевать? Нет. Has been slain. Ульту, какая-то у меня. Кого-то одного у нас... А, это меня. Короче, на Б это телепорт. Телепорт в магазин. Вот, и здесь сразу вот реген происходит. И здесь сразу что-то ты можешь купить. О-о. Ну вот башни, они классно прорисовали. То есть... Выглядит интересно так, вот прям вот какая-то много... Блин, составная какая-то херота такая стрёмная прям. Ну, выглядит башня. Хотя, вот от нее получается, нету звука стрельбы, или он есть, ну, какой-то... Сами крипы какие-то, ну, не знаю, ничего особенного. Давайте сначала вот эту вот херню я установлю. Они видят, интересно, что я готовлю сейчас. Менять способность. Наверное, я... An ally has been slain. An enemy has been slain. Понятно, он, короче, должен залетать, как Магнус, и как Магнус в доте. Типа обратно выводить под обстрел. КДС большой. О, она что-то там подобрала. Да, он все-таки старается последний last hit давать, кажется, в прогоне. Система была против того, чтобы обязательно вас хитить. Enemy has been slain. Кажется. Упс. Прожимаю B, чтобы вернуться на базу. Ну тоже, конечно, такое решение немного непонятное. То есть бесконечно могу телепортироваться с одной стороны, с другой стороны какой-то без эффектов особо. Не знаю, по-моему, в мобе, в жанре в этом очень много конкурентов, всякая Лига Легенд, Дота, еще там какая-то, я не помню. Не так, чтобы действительно классных слишком много было, но их достаточно. И выпускать прям совсем игру в раннем доступе, ну не знаю. Может, имеет смысл, не знаю, время покажет. Мне кажется, прям я совсем не готов. An ally has been slain. Enemy tower ally has been slain. Башню уничтожили. Так, я прокачал навык этого Магнуса. И
An allied tower is under attack. Вот гал, да, да. An enemy has been slain. Я его, конечно, не убил. Это что за фигня? Какой-то плюсик здесь был. Что я тут нажал на него, что-то, блин, вообще непонятно. Ну не знаю, шутки шутками, я прошел уже 22 минуты. Я не знаю, где-то динамика есть, где-то, ну, наверное, надо в ней очень разбираться. Давайте карту изучим. Ну, это очевидно лес. Ну-ка. А почему он заново отгонялся? Какая-то у него, видимо, способность. Ну да, там вот байшка. Сейчас я к этим сзади, ну-ка. Как я ему круто задал. An enemy has been slain. Задал трёпку. An enemy has been slain. Это прикольно. Enemy tower destroyed. Ух ты, сука. Убил, убил, убил. Я его тоже убил. Или нет? Да, я его убил. Вон у меня киллы, один килл целый. Вон, видите, solo play, K это kills, D это deaths, два раза умер. А, это, видимо, ассист с помощи. А M, это в комментах напишите, что. Так, короче, тут могу какую-то еще фигню купить. Либо Miraculous. Либо... Enemy tower destroyed. Все, Miraculous. А, вот у меня тут. Вот, это какие-то эти. Что-то с предметами связано. Моя тавер. А, нет, не пропушили, по-моему, лайну. Вроде у нас... Вроде у них только мид остался вражин. An ally has been slain. У меня теперь реген побольше.
ляпнул всякое. Даже я уже сам отрегенился, меня крипы настолько задамажили. С руки, конечно, урон все равно маловат. Можно зажать мышку, он будет сам атаковать. Вот нет, не было ластрика, не было золота. Что-то я даже не ощущаю. Allied tower destroyed. Это способность союзника. Не, башни херачит, ой-ой-ой. Enemy tower destroyed. Башня очень сильно херачит. Но мы снесли ее. Не на себя, потому что переагрел. Но на самом деле первая же игра, но довольно долгая. Выходит в доте, в принципе, за 20, там, 25. Ну, 20, наверное, быстро, но 25-30 минут уже все. Как бы. Хотя тут тоже вроде уже. An ally has been slain. An ally has been slain. Маловато, конечно, способности носит. Вроде там какие-то вражины, ну-ка. Может, вот здесь можно обойти? Упс. An enemy has been slain. А, или это не я? Но я помог однозначно. А, у этого... То, что он бьет по барабану, это реген. Если не ошибаюсь, он как саппорт, типа. А, он что-то на нашу базу пошел. Да, нам там снесли, кстати, одну башню, пока меня не было на лайне. О! Enemy has been slain. Убили, кажись. Еще какого-то вражину. А, ну собственно, вот это же статистика, что и на тап отображается в левом нижнем углу. Ally has been slain. Вообще было написано, что эта моба будет бесплатная в стиме. В итоге я за нее заплатил сколько там, 400 что ли, плюс-минус рублей. Тоже странно. Ну, 400 рублей как бы... Сегодня немного, но считай, блин, вроде не пятихатка, но, блин, все равно, где-то к пятихатке. О, фига, ну, на мой взгляд, тут ничего на пятихатку нету, точно. Насколько я помню, Парагон, по-моему, он был получше, странно вообще. Они как-то один шаг вперед, два назад, что ли? Да ладно, я же эту защиту поставил. Или она только в одну сторону работает? Так, какую-то эту фигню я еще не купил, пусть тоже будет. Ну это что-то из такого, из элементарщины. Могу? Нет, не могу. Тут тоже не могу. Возрождение, я понял тоже, чем больше ты по уровню, тем дольше. А, ну не карты не посмотрел, там наш обходил их сзади. An ally has been slain. An enemy has been slain. Меньше, сука, догнал меня и ушел. Кстати, они, смотрите, уже 19 киллов сделали внезапно камбэк. Ну и вот эти вот, конечно, получасовые бегань. Так я своего спас.
Ну, мало хп было. Получасовые бегания, конечно, с базы до точки как-то. Может, какой-то есть способ, но я его что-то не вижу. Ты вот на три... О! Подожди, так вот они активируются, да? Один, два, нет, три. И на четыре еще что-то. А на четыре что это? Использование предмета. Enemy has been slain. А вот и мы замочили. Double kill. Всё, мне кирдык. Или нет? Меня. Enemy has been slain. An allied tower is under attack. An enemy has been slain. Еще мы тут кому-то воткнули. Enemy tower destroyed. Расстреливает, но и все. Allied tower destroyed. An enemy has been slain. Been slain. Double kill. Ах ты сучок. Мари моих убил двоих, да? И пропал. Подлюк. Больше нас левелом. А это что за фигня? А, это я его два раза, если нажму, могу не на площадь ставить, а просто как бы с ним ходить. Почти вся команда. Враг. И чё это за гем? Эмблем. Давай. Тролль Варлорд. An enemy has been slain. А вот на тройку я нажимаю, офигенно. Allied tower destroyed. Они нам башни тоже какие-то рушат. Где там наш 17-й левел? Он там стоит что-то. Не устраивает. Нам, наверное, башню уже там коцают. Да, вон, я вижу их на нашей базе, кажется, или что-то типа этого. А, подожди, это я на нашей базе. Короче, не знаю. Нет, у нас на базе вроде все нормально.
Ну вот он фармит этих крипов практически с одного выстрела. Это чё, Рошан местный? Чё-то мы какую-то фигню подобрали. Надеюсь, не я её скоммуниздил. Увеличение урона, чё-то ещё. Надеюсь, они всей команде. An enemy has been slain. Все, меня снесли. Так, опять тут что-то какие-то плюсики. Чё они дают, не понимаю. За 3200 еще какая-то фигня, давайте купим. Причем, внимание, с 45-й минуты игры почему-то эти хрени не работают. Ускорялки с базы. Попрыгунчик. Тролль Варлорд здесь называется попрыгунчик. Капец какой. Slay. Так, там мои дерутся. Надо бы помочь. An enemy has been slain. Enemy tower destroyed. Enemy has been slain. Теперь можно туда сердце очень. Ой-ой-ой. Ни хера она мочит. Что делать тогда? По скрипами, что ли, или что? Все, победа. Награды. Опыт и какую-то фигню. И что-то там еще. А, и уровень у меня 5-й. Здесь был 1-й. Это монеты, что ли, мне достались? А, ну вот. За голубые, короче, я могу покупать вот эту фигню. Либо за голубые, либо за желтые. А еще и супер красные, короче. Ну, за один, считайте, я столько поднял, неплохо. Что за знаки эмоций? Покупка. Типа у меня 5 знаков эмоций. Часовые. А, это варды. А, это жесты. Понятно. Ну, конечно, слабо. Пока я запрошу, наверное, возврат средств, потому что я не увидел контента в игре, что делать. Может, и можно разобраться, но обучалки нету, русский язык, ну, недостаточен. Дофига всего нету. Но, может, и что-то из игры выйдет в итоге, если энтузиасты ее поддержат, и они хотят каких-то конкурентов в Доте поддерживать. Может, что-то и выйдет вполне, кто знает. В общем, напишите свое мнение в комментах. Спасибо за внимание. Ну, не забудьте, конечно, лайк и подписывайтесь, если не подписаны.